Жители московского региона оказались под беспрецедентным давлением. Я имею в виду атмосферное давление. По этому параметру в Москве сегодня зафиксирован рекорд. 759 миллиметров ртутного столба. Такие показания были на метеостанциях в первой половине дня. Сейчас уже 761 миллиметр. Таким образом, с избытком перекрыт максимум, установленный еще в конце 40-х годов прошлого века. Специалисты предупредили, что в течение дня давление может расти, и окончательные цифры будут известны завтра. В субботу, кстати, ожидается еще и магнитная буря. Подробный прогноз на выходные узнаем у нашего дежурного синоптика. На прямой связи из гидрометцентра Лариса Дрожина. Да, Елена, как вы только что сказали, атмосферное давление будет интенсивно расти, и в выходные дни достигнет экстремально высоких значений. Так что метеозависимые люди, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут испытывать ухудшение самочувствия. Но для большинства погода будет комфортной. На европейской территории России власть переходит к мощному антициклону, который медленно смещается со Скандинавии. А это значит, что дожди постепенно прекратятся, станет меньше облаков и больше солнца. Антициклон определит сухую и теплую погоду в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и в Карелии. Температура превысит средние многолетние значения на 2-3 градуса. И днем будет повышаться до 15-20 тепла. Еще выше, до плюс 22, одна будет на Кольском полуострове. В ночные часы местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. А где еще заморозков ждать? Возможны заморозки и в Поволжье. В основном ночью будет от 3 до 8 тепла, но местами температура может понижаться до минус 1-2 градусов. Днем плюс 13-18, в Саратовской и Оренбургской областях до плюс 24. В основном без осадков, с туманами в ночные и утренние часы будет в Архангельской и Вологодской областях, но там пока без заморозков. В Коми и Ненецком автономном округе еще сохранится влияние уходящего на восток циклона, поэтому там облачно с небольшими осадками и температура днем плюс 8-13 градусов. В центральном областях страны с приходом антициклона погода улучшится. Дожди прекратятся, в облачности появится прояснение, поэтому в ночные часы воздух будет интенсивно остывать. Преобладающая температура плюс 2-9 градусов, местами заморозки до минус 2. Днем 12-19 тепла, по утрам туманы. А вот юг европейской территории в выходные дни окажется в зоне столкновения скандинавского антициклона и циклона над Черным морем. И что это значит, как это повлияет на погоду? В Ростовской области, на Ставрополье и в Краснодарском крае ветер усилится. Так, в районе Новороссийска и в Крыму его порывы могут достигать 20-25 метров в секунду. Пройдут грозовые дожди, местами сильные. Термометры покажут 20-27 тепла, на Черноморском побережье до плюс 30. Температура морской воды 23-25, в районе Сочи до плюс 26 градусов. В Санкт-Петербурге и в Москве в ближайшие дни без дождей. В городе на Неве по ночам 7-9, а в пригородах до плюс 4 градусов. Днем 17-20 тепла. В столице ближайшей ночью также 7-9. 9 градусов, а в ночь на воскресенье холоднее, до плюс 5. По области местами даже заморозки до минус 2. Днем и в субботу, и в воскресенье около плюс 15 градусов. В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится. Не жарко. Спасибо. С прогнозом погоды на предстоящие выходные. На прямой связи была Лариса Дрожина.